Вот такая байда. Справа красное солнышко, слева черный туман, посади воронье. Вот такая байда. Впереди видно донышко и граненый стакан. А в столешницу бьем, я накину пальто, выйду на мороз к другу старому, лыжи навострю, и пускай как напьется он парагос. Бывает. Только старый друг лучше новый дух. Безмятежность и покой, и почти послушно время. Две ладошки под щекой, я глазам своим не верю. В тишине ты сладко спишь, лунный лучик на ресницах. Улыбнись во сне, малыш, я хочу тебе присниться. Этой ночью ангелы не спят, и по небу бродят осторожно, охраняют спящую тебя. Ты во сне на них похожа. Я закрываю глаза, вижу свет, но до него мне еще плыть, плыть. Черная рамка хамит портрет, парень на нем 18 лет. Скажет пацан, не успел пожить, только его 18 — это целая жизнь. Это год за 4, он один в целом мире в этой тесной квартире. И нелепый смерть, кто-то свыше решил, что один на земле должен был умереть в эту хмурую ночь. Даже ангел не счел к нему в помощь лететь, да. Такое ненастье на законное счастье, шансы большинства тают. Непогоду плотным ангел лишь прилетает. Кто-то скажет, ты врешь, но я знаю. Жизнь продолжается. Жизнь продолжается. И с чистой страницы начнется неведомый путь. Жизнь продолжается. Жизнь продолжается. Хоть помню я, все еще помню тебя наизусть. Рустик Жига и компания с песней «Гитара». Зовут меня Рустик, фамилия моя Жига. Музыка – это моя жизнь. Я думаю, что плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Конечно, каждый надеется на победу. Лишь только струн твоих коснусь, тисками память ставит грудь. Душа захочет птицей вырваться на волю, и запоет моя душа. Ах, как же песня хороша! Я эту песню пел и в радости, и в горе. Гитара, девочка моя, давно не видел я тебя. С тобой в неволе не давали мне свиданий. В далекой пропадал глуши, но для моей больной души, поверь, суровей не бывало наказаний. Ты серебро моей печали, ты месть побед, ты воплощение красоты. Играешь ты в большом концертном зале и во дворах для пассаты.
и компания! Лично с моей стороны я ставлю сегодня вам самую наивысшую оценку. Пока. У вас прекрасный ансамбль, прекрасное исполнение. Молодцы, ребята. Как у нас говорит, идите вперед с песней. Молодцы. Огромное вам спасибо. Я хочу попросить огласить имя победителя нашего конкурса, продюсера «С большой дороги», председателя нашего жюри Анатолия Могилевского. Вы знаете, должен вам сказать, что продюсеры «С большой дороги» провели очень серьезную работу. Все абсолютно достойны первого места. Но не бывает так, что все могут получить это первое место. И может быть только один. Один человек, который по всем параметрам абсолютно, от А до Я, может подойти к этому выбору. Я не буду сейчас говорить, кто у нас занял первое место, потому что у нас есть объективные люди, объективные судьи, которые сегодня боролись за каждого человека, но мы все равно пришли к одному выводу, что у нас есть действительно победитель. Я сейчас передаю микрофон нашей очаровательной женщине, которая сегодня действительно говорила очень трогательные и правильные слова и отстаивала очень многих, дорогие друзья. Сегодняшний победитель, по нашему общему мнению, это город Рязань, это Рустик Жига. Победителем проекта «Продюсеры с большой дороги» стал музыкант с большой буквы Рустик Жига, который прятал свой талант в Рязани. Ребят, мне зачем это надо? Ты прячешь, люди увидят и услышат. И вот уже в Москве. Ладно, пойдем. Как победитель он исполняет свою песню на бис. Весь побед, ты воплощение красоты. Играешь ты в большом концертном зале и во дворах для красоты.